Москвой это была иностранная страна для меня, это вот это СССР, тогда это вот другие люди, мы другие люди были для меня. У нас были, был комфорт для нас там в Париже, в Европе. Мы были русские в Европе, тогда комфорт. Александр Долгорукий, французский режиссер-документалист. 10 последних лет снимает кино о России. Потомок великого рода, основателя Москвы Юрия Долгорукого, князь. Один из первых фильмов, который он снял о России, был «Анкета. Фамилия Долгорукий» по заказу правительства Москвы. В путешествии исследований автора в Россию повествуется о величайшем роде князя Долгорукого, о поиске корней, о возможности взглянуть на ход российской истории и место старейшего рода в ней. Кроме того, он выпустил документальные фильмы «Наши сестры в Сибири», «Я вновь построю нашу церковь» и другие. За активный плодотворную деятельность на благо России в 2007 году князю Александру Долгорукому была присвоена высокая российская общественная награда «Орден во славу Отечества». В 2010 году был вручен диплом Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына за вклад в сохранение русской культуры за рубежом. Сегодня Александр Долгорукий снимает фильм о династии Дома Романовых «Романовы. Последний путь», приуроченный к столетию ссылки Николая II в Сибирь. Первый раз это был неприятно, потому что было в Москве, и атмосфера очень такая, это даже не утомительная. Каждый вечер я был ганц капут, потому что это правда, это машины, пробки, люди тоже. Когда вы шагаете на тротуар, вдруг кто-нибудь на плечи, который час, не здравствуй, ничего. И оп, уходит. Это для меня это удивительно, потому что во Франции никто не будет вас, который час без здравствуй. Вот такие маленькие вещи. Эта страна ужасно интересная. Может быть, для вас нет, но для меня да. Эта страна интересна, потому что эта страна меняется. У нас жизнь устроена уже, я повторяю это, устроена уже 70 лет, жизнь ровная у нас. У вас все меняется и куда? Мы не знаем куда. Вы не знаете, для вас это может быть страшно, но вы не знаете, я не знаю, и меня это интересует. Куда Россия? Это не моя страна, это ваша. Что ты князь? Вообще, кто ты, что ты, быть князь? Тогда, раньше я никогда не думал про это. И я заметил, что это ничего особенного. Только это особенность, это что нужно ответить как-нибудь из этот факт. Нужно ответить мне. Ну, я не могу просто принимать это как глупость. Это часть истории России. И вот тоже это связано с моими фильмами. Мне нужно что-нибудь отдать из этого для России. Моя и ваша. Нашей России. Документальное кино – это как жизнь, это меняется каждый день, что мы будем… Я смотрю, что остается для меня – это художественный фильм. Это проходит, это ветер, документальное кино. Это ветер, это приносит, рассказывает что-нибудь, но это исчезает. Исчезает, куда, не знаю. А художественный фильм, да, остается. Это как книжки. Я очень люблю Сибирь, потому что это другая атмосфера. Правда, это не другая страна, это глупо сказать, но что-нибудь особенное. Сибирь – это особенное. Люди особенные. Может быть, девушки более красивые, чем в Москве, не знаю, но давайте. Есть особенность в Сибири. Это приятно быть. Я провел 15 дней в Новосибирске, в Томском, для съемки «Сестры». Это для меня было шикарно, эти 15 дней, потому что не только вопросы общины католической, но вообще атмосфера Новосибирска, Томска не так, но Томска, да, вот, и теперь Красноярск, это правда, это я нигде не нашел что-нибудь так удобства в голове, вот, это мне хорошо вот, здесь. Это даже не вопрос гостиницы, не знаю, это просто мне хорошо быть здесь.